think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, многие ребята спрашивают, пишут в личку, пишут в телегу по поводу гильдии, где лучше играть, как лучше играть, какая гильдия хорошая. И в связи с последними событиями в битве замков, да, многие ребята, вот у меня, например, на английском, уходят с игры, передают, гильдии распадаются, и многие есть ребята, которые играют и продолжают играть без донаты, то есть разные, скажем так, категории игроков, и многие в поисках гильдии. Решил я создать такую рубрику, потому что, ну, в принципе, для многих это будет пользой, и вам проще будет найти. По поводу поиска гильдии, ну, у меня пока в планах, я не знаю, видео, скорее всего, будет в среду перед четвергом битвой гильдий, и, возможно, на выходных, наверное, в субботу, то есть среда, суббота, будут такие видосики, не знаю, короткие, не короткие, посмотрим по времени, как оно будет, где я, возможно, буду показывать там гильдии, это вы уже пишите отдельно по поводу того, рекламить отдельно, показывать гильдии. Ну, в принципе, вы можете это все сделать бесплатно в комментариях, то есть пишите в комментах, какая гильдия, какой сервер, от скольки прием, в общем, можете, у вас там, по сути, места хватает, я буду вас, кто будет попадать в спам, буду открывать, то есть можете писать в комментариях, кто ищет гильдию, возможно, кто предлагает, то есть вступление в гильдию. То есть можете писать это в комментариях, и своего рода, я думаю, это будет очень классная помощь для новичков, для тех, кто ищет активных игроков, потому что, я же говорю, многие гильдии распадаются, но есть то там часть играет, то там часть, и, возможно, это поможет собрать хоть какой-то основной костяк для вашей гильдии, и вам будет с кем играть. То есть вы можете писать по стандарту там, какая гильдия, какой сервер, либо еще такую-то гильдию, силу. Ну, в принципе, вы, думаю, сами все знаете. То есть можете писать, коннектиться, оставлять свои данные, как с вами связаться. В общем, у вас для этого есть комментарии под видосом. То есть, кто ищет гильдию, кто с новичков, кто уже старичков ищет гильдию. То есть, пишите комменты, я думаю, возможно, ребята все-таки некоторые играют, нуждаются. То есть, это будет реально помощью, потому что реально сложно найти. Я вот посидел на бездонате, да, на этом. Я, кстати, здесь вытащил хватайки 10, не вытащил 20, как на сардельке. Сейчас обменяю. Создал на немке свою гильдию, и честно скажу, из-за того, что я, в принципе, да, ютубер, то есть у меня много подписчиков, ребят, которые играют, она быстро заполнилась, потому что на немке реально дофигища народа, кто играет без доната, и у нас фуловая гильдия, то есть есть ребята, которые хотят вступить, но оно будет все чиститься со временем. Сейчас я перейду на сардельку обратно. Будут места, будем принимать. Гильдия реально очень активная, что не может не радовать. Но многие ищут. Можете создавать гильдию, предлагать свою гильдию. Но опять же, все зависит только от того, кого вы хотите найти и какая у вас гильдия. То есть, если у вас гильдия неактивная, там 2, 3, 5, 10 человек, мало шансов того, что туда кто-то вступит. Можете искать, ну, многие гильдии, я знаю, делятся по часовым поясам, по серверам. В общем, возможностей очень много, и это реально очень утрудняет найти таких же, с такого же часового пояса, как и ты. Ну, на русском, в принципе, относительно все попроще, но для других серваков посложнее. В общем, пишите в комментариях, кому надо гильдию, кто без гильдии, кому надо прорекламить гильдию, пишите тоже в комментариях. А мы поехали посмотрим, что у нас тут вообще на аккаунте делается. Я уже давненько не чистил сардельку.
Не чистил сардельку. Сардельку я вчера только почистил. Захавал. Не чистил, в смысле, склад на сарделя. Сегодня, ребята, у меня здесь вообще просто трэш. Три, сразу же три роза. Я не знаю, за что их качать. Но это просто жесть. Посмотрите, сколько у меня здесь героев. Даже вольт есть. Сейчас посмотрим. Свален. Вот у меня сегодня прилетело божество. Сейчас попробуем что-то интересное вытащить. Ну, интересное здесь это огненка плюс ПДшка. Это самый такой оптимальный вариант. На аккаунте уже огненок дофигища. Можно и стойкость пока временно поставить. Можно было, наверное, кстати, стойкость на фобушку залепить. Сразу же. Что я не подумал. Ну и так, в принципе, нормально. Сейчас попробуем что-то вытащить. Не падает огненько, посмотрите. Просто тупо. Если когда надо, она валом ее, блин, то сейчас просто тупо ее нет. Ну. Блин, надо было не на божество ставить. Ну, ладно, хотя, в принципе, я сейчас буду все равно ролить. Искать до последнего. В общем, такая рубрика, ребят. Я не знаю, сейчас подумаю, как назвать. Она будет в субботу и в среду, думаю, как раз нормальное время для того, чтобы найти гильдию перед БГ. Блин, у меня тут уже все с хорошими талантами. Что делать? Что делать? Что делать, ребята? Давайте сюда залепим. Вот, надеюсь, будет нравиться вам. То есть, ну, я знаю, что есть просто новички, многие возвращаются в игру спустя некоторое время, ищут гильдию. Блин, просвета столько. Нафига я сюда его лепю? Я даже не знаю. Жесть, сколько мы талантов просрали. Надо было на каких-то обычных героев. Смотрите, просвет, просвет. Сейчас буду на гарнизонных лепить. Так, ну дайте, блин, огненку. Вы что, издеваетесь, что ли? Просто жесть. Нифига не падает. Вот, когда надо, не падает. Когда не надо, ее просто валом. Огонь, ребята. Опять просвет. Ну просто трэш какой-то. Кстати. Так, а что у нас здесь делается по книгам? А, книги немножко подкопил я, ничего себе. Блин, жрет, падла. Столько опыта. Сейчас все книги потратим. Оу, Майк, 29-й. Не хватит нам, наверное, книг или хватит. А, не хватило ЗПшки. Не, ЗПшки должны где-то быть у нас еще в закромах. Че, у меня нету ЗПшек? Да ладно. Да ладно, не верю. Давайте попробуем. Продадим немножко книг. Надо однозначно Фрейю сделать максимальный. Оу, Майк! Недостаточно опыта. Есть, ребятушки. 31-й прорыв на сардельке готов. Сарделя будет сейчас отжигать. А что у меня по волнам? Офигеть! Офигеть! Я на немке, ребят, по волнам прошел намного дальше, нежели на сардельке. На сардельке герои с эволюциями совсем. Я на... Сейчас я посмотрю, что тут по водушкам у меня творится.
Жесть. Смешно просто, конечно. Так, зал эмблем. Одного отдушка. Ну, немка, по-моему, покруче будет, да, по плюхам. Там, блин, я не знаю, сколько у меня, по-моему, 4 или 5 воодушек. Сейчас зайдем ради интереса, чекнем. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Следующие видосики будут покороче. В общем, пишите в комментариях, кто что ищет, на каком сервере, и будет вам счастье. Счастье да любовь. Так. 4 у меня на героях, еще здесь 3. 7 штук, ребят. У меня здесь 7 воодушевлений. Офигеть просто. Разница, да, чувствуется. Ну, конечно, на русском у меня герои сейчас такие, что просто писец. Если сравнивать с немкой там на русском просто. Ну, здесь будет огник, в принципе, тоже неплохо. Все. Всем удачи, всем пока. Или не пока. Или пока. Или не пока. Вот теперь точно пока. Забрал нормально, забрал 400 кристаллов, вообще огонь. Изи просто. Ну, такие плюхи можно жить.